люди от природы любопытны и всегда отправляли планетоходы в такие далекие места, которые вызывают это любопытство. Но это места, в которые люди сами не могут отправиться. И мы подумали, почему бы не построить планетоход, который мог бы помочь людям открывать планету, на которой они уже живут. Добро пожаловать! Сегодня вы будете управлять планетоходом Earth-7 и исследовать лучшую из известных планет. Ваша миссия — собрать 3 образца земной жизни. Это вещи, которые можно найти только на этой планете. В случае успеха вы выиграете билет, чтобы испытать ваше открытие лично. Вы готовы? Да. Для начала зажмите кулак. Специальный браслет считывает импульсы мышц руки пилота и передает сигнал планетоходу. Так игроки могут исследовать территорию и пытаться найти вещи, которые можно открыть для себя по всему миру. В случае успеха они смогут сами отправиться открывать Землю. Вы нашли хамон. В Испании это блюдо едят на завтрак, обед, ужин и даже на десерт. Когда понимаешь, что ты управляешь агрегатом за 5000 километров, да, на таком расстоянии, это когда так внутренне тебя поднимает в свои глаза. Вы нашли Каспийское море. Это озеро в Азербайджане такое большое, его называют морем. У вас осталось мало времени. Вы наехали на камень. Выпрямите колеса. Я немного суетился. И, наверное, люди, которые работают в космосе, они менее суетливые, чем я. Давай. Поздравляю. Ваша миссия была успешной. Я не ожидала, что так получится. И у меня же голос трусит. Правда. Куда полечу? Поедем куда-нибудь на Самуи там или вот на купаться, в общем, отдыхать. Вот выиграл мили и поеду на Новый год домой к маме. Оставшееся время в секундах 5, 4, 3, 2. Я бы еще на Луну залетала, если бы можно было. Нет, ну серьезно, наверное, полечу в Мадрид. Вот. Хочу в Мадрид. Я очень хочу попробовать хамон.